заходите, уже через 3 минуты. Как она там называется, штуки? Мы сегодня молились за победу Украины, за освобождение временно оккупированных территорий, за то, чтобы все наши мусульмане были в безопасности, чтобы наши семьи воссоединились, чтобы погибшие мусульмане были в раю, чтобы Всевышний Аллах тех воинов, которые сейчас защищают страну, принял как шахидов, то есть тех людей, которые находятся на джихаде, на пути Всевышнего Аллаха. Іслам мені навіть допомагає, тому що все-таки в ісламі, в намазі, ти все-таки якось-то трошки відключаєшся від війни. Курбан-байрам – это праздник, который вообще самый главный в мусульманском мире, для мусульман всего мира. Но у нас особая ситуация в стране. У нас уже больше 4 месяцев идет тяжелая война. Очень много территорий, на которых живут мусульмане. Это преимущественно в Крыму, в Донбассе, в Приазовье, в Причерноморье оккупировано на данный момент. И впервые мы проводим Курбан-байрам у нас в Украине в такой ситуации, в такой очень сложной, очень тяжелой ситуации. Я считаю их преступниками. Они преступники, и они совершают грех и по закону Всевышнего Аллаха, и по международным законам, поскольку они пришли в качестве убийцы оккупантов на нашу землю, на те территории, которые принадлежат украинцам, в том числе и мусульманам Украины. Без никакого права, Всевышний Аллах не давал им этого права, у них нет абсолютно никакого оправдания, они приходят и убивают, разрушают наши мечети, убивают женщин, детей, грабят эти территории. Фактически они пришли как грешники, как убийцы, и за это они будут отвечать перед Всевышним Аллахом. «2022, зрозуміло, що це інша війна, це не війна 2014 року, тому що в 2014 році російський агресор воював з військовими, а зараз російський агресор воює з цивільними. Йому військові не потрібні, він просто винищує народ України, хоче просто повністю і те саме, нас, як сказати, стерти з лиця землі». Только отвернешься на минуту. Что заходите, стоите автоцентр, да? Из автоцентра брать машину, на этой машине брать... Я еще с декабря начал тренироваться в батальоне территориальной обороны. Я для себя принял решение, что я никуда убегать и отступать не буду, что мы будем защищать свою родину. После того, как россияне отступили и вышли из Киевской области, наш батальон был перемещен на Донбасс, я вернулся на свою родину сюда, и здесь продолжаю заниматься тем же самым. То есть мы раненых и гражданских, и военных вывозим в госпиталь.